Welcome to Wesley's channel. This is Wesley and it is Wesley's News. Today I'm gonna present to you a video that was made by Adrian prior to him successfully presenting to us 300 to 400 watts device working with no power supply at all. Вот установка запрацювала. Далее мы відключаємо сам аккумулятор. Аккумулятор мы забираем в сторону, он нам больше не потребен. Так, нагрузка у нас включена. You hear that sound? And the sound is increasing in volume a little bit, and here is a little bit inconsistent. So this is the maximum of power the device is able to handle. And now he decides that he's not going to put the last one because the system would not be able to hold it. Дорогие друзья, хочу, чтобы все было понятно. Я не хочу участвовать в человеческой гадости. Гнидам, которые хотят разбогатеть быстро, отвечаю. Мне не интересно, почему Адриан или другой человек поверил мне свои секреты. Я показываю только то, на что мне разрешение было дано. Я не коммерсант и думаю, что никогда ним не буду. Я работаю на благо человечества. Так что сделайте себе копию моих видиков, потому что если мне скажут убрать видео, я его уберу. С полным уважением для русской нации я объясняю всем, которые ко мне пишут. Пожалуйста, не предлагайте мне денег, мне ваши деньги не купят, мне своих денег хватит достаточно. Вы же головы. Я не русский, я американец. У меня другой менталитет. Дорогие друзья, около 50 человек в мире уже сделают устройство. Надеемся, что все это вылезет само по себе. Адриан или другие узнают, бессмысленно скрывать, а то инвестора не было и не будет. Каждый следующий уменьшает шансы предыдущего на какую-нибудь прибыль. А когда один вылезет, так все вылезут, как таракан. Так, Адриан, ты можешь стать богатыром мира и богатыром Украины. И я в этом тебе помогу. Тесла, Маркони и Эйнштейн начинали в Америке. А ты можешь первым, которому американские деньги и Нобелевскую премию дают за работу на благо человечества. Первый украинец в мире. Я з гранатами буду експериментувати, коротше, буду робити різні варіанти, ну і скачуємо теж відповідно. Тому що я хочу збільшити потужність. Були спори, коротше, що це у мене, коротше, акумулятор тут стоїть. Це не акумулятор, це радіатор з діодами шотки. Тут немає ні модуляції, нічого такого. Тут, коротше, от у мене це зелена клема, коротше, я поклав. Тут можна витягнути оцей, скажімо, перемичку і підключити, коротше, сюди транзистор, коротше, і на базу подати сигнал, коротше, і тут сигнал буде модульований. В общем, це тут я поклав, коротше, конденсатори. Коротше, от, від землі, коротше, у мене стояло заземлення, коротше, на качер через емітер. Потім я, коротше, поміняв, поклав, коротше, на заземлення, тобто на, від катушки, от воно йде, на базу, коротше, поклав через конденсатор сюди. Скажу чесно, я пробував діод до цього класти, коротше, діод працював набагато краще, тому що діод, коротше, фільтрував один полупіріод, простий push-pull, генератор імпульсів, простий, качер, без модуляції, без нічого, блок питання, ось такий от у мене. 12-вольтовий. Хоча, хочу я покласти на 24 вольта. Ємкость конденсаторів, яким я регулюю резонанс з моєї гранати. Схема не є секрет. От секретом є сама настройка, коротше, цих катушек. От сама настройка, вона сложна. Я не можу добитися більше, ніж 300 ватт. У мене 325 ватт, походу. Или скільки, не помню точно. У мене 5 лампочок по що ошибки шукати в Теслі, тому що воно в мене з гранатою плохо согласовано. В Теслі і в самих гармоніках. Кажу, розкажу тобі, що до чого, що ти знав, як працювати далі. Так що далі будемо працювати. Тому і доб'ємося якихось ефектів.
This is Wesley, and it was Wesley's News. See you in next video.